Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с древнеегипетской мифологией. Ка в религии древних египтян – дух человека, существенно высшего порядка, олицетворенная жизненная сила, считавшаяся божеством. По верованиям древних египтян, Ка стояла в непосредственных отношениях к своему земному проявлению, подобно Джейну римлян, но еще теснее. После смерти человека Ка продолжал свое существование внутри гробницы и принимал подношения, проходя в часовню через ложную дверь. Ка изображали в виде человека, на голове которого помещены поднятые руки, согнутые в локтях. Создателем Ка считался Хну. Ка имели не только люди, но и неодушевленные предметы. Боги также имели Ка, но в отличие от людей, по несколько. Ура, например, было до 14 Ка. С помощью бога магии Хека египтяне могли воздействовать на Ка богов, добиваясь тем самым от них исцеления и защиты. Точно так же и цари имели несколько Ка. Обожествление царей и культ покойников относился именно к Ка. Нередко встречается изображение людей, молящихся собственному Ка. Человек и его Ка похожи, как две руки. Это выражение соответствует русскому, как две капли воды. Поэтому слово Ка пишется иероглифом, изображающим две руки, поднятые кверх. Вот отрывок из древнеегипетской книги мертвых. Твое Ка вечно ест хлеб с тобой. Твое Ка присоединяется к тебе в великом жилище. Я делаю мое Ка счастливым. Я делаю то, что приятно моему Ка. А мертвых, которых особо почитали в древнем Египте, говорили так: они хозяева. После смерти человека все его сущности отделялись от тела и покидали его на 70 дней до похорон. В этот период дух Ка иногда возвращается к своему телу и следит за выполнением обрядов. Если душа Ба после смерти покидала тело на 70 дней до похорон, то Ка принимал подношение внутри гробницы, проходя в часовню усыпальницы через ложную дверь. Вот так вкратце из интернета о Ка, духе человека. Пока-пока, до свидания.